Чего, армора раскидаешь? Не, мне кажется, плохой шафл. Все хуйня, давай по новой. Ага, даже а на Паула солдата нету? Нет. Да он что-то и заметил, все и молчит. Не, он сам все время выключал. Ну что, так пойдем? Так пойдем, что ли? Что? Ну не знаю, блин, надо. Зем. Меня не подключает. Ну, не, ну просто у нас как бы 10 человек уже, все, тогда что? Че, как играем? Не, ну я скорее всего одну сыграю и отвалюсь. Ну хочу. Давайте тогда сыграем. Такие составы всех устраивают. Не, ну я меня устраивает. Ну, давайте тогда. Ну, погнали. Монах, ты тут? Тудунька. Монах. Это не брак. Ну все, погнали, что там? Так, блядь. Ну, а монах не отвечает. Что? Что такое? А, ты издеваешься? Мы в смысле? Ну, я отходил тут немножко. Так, мы... ладно, ну... Так, Индиан 2 мне, блядь... Силовика? Ну, у меня... И погнали, тут же еще, блядь... В смысле, Нина, что это за второй персонаж-то? А, понятно, нет. Это клонжинчик. Тот момент, когда я персонажа своих не вижу еще. Так как этому Капитану Америки дайте ему щит. Да-да, ну это понятно. Подожди, я сейчас у тебя выберу кого. А мне второго. Нет. Монах, мне второго. Этого маг, который? Да. Ну, блядь, и что? Тут вообще пиздец, блядь. Тут третий, блядь. Ну, газу не знаю, блядь. Давай. Мы начинаем. Ну, начинаю. Так нет, так а что вы паузу сидите, да? А я не понимаю, чего мы ждем. Кинзя, кто по паузу? А, тогда погнали. Номер. Короче, ладно. Нормально. Ну ладно, нормально еще, ну так, бля. Инди, ну пошли, или ты мид? Давай, наверное. Давай я мид, наверное. Давай, Сириус, дай ему мид. Это. Ну все, ладно. Ух, ебать там. Мистер Апельсин еще играет? Понятно, наигрались на миликах. А что там? Там жрец света. Ну так это ж классика, ему мы играли 3 игры в дух выпал. Почему не удалили до сих пор героя? Что ты за? Не, ну слушай, ну давай ты серьезным лицом скажешь, что у него все в порядке вообще. У меня все в порядке. У тебя все в порядке, да. Ну я не знаю, с Баратрумом тоже все было нормально. С его. Нет. Мне нравилось. Ну со старыми, ну нихуя не. Да, с очень старыми рунами. Да тебе и гвардеец нравился, я не знаю. Мне сейчас нравится, в смысле, не понял. А, ну да, когда Тоби собрал-то в той игре, блядь, просто молотки, и ты начал отъезжать, ну как помойка, блядь. Да ну это помойка. Типа, у него, блядь, брони слишком заблин, там. Я понял. Просолка пошла.
Крипы, убейте меня, отлично. Ой, бля, там все боевой голем. Да меня поджигают, что мне делать. Наигрались на меликах. Да нормально. Тут только паладин, что плохо. Потому что там, ну и то я в новую версию, у него хоть 4 секунды будет, а не 2. Не навернись на лайн. Я этим ребятам вообще ничего не сделаю. Может, по голове получу. Да, привет передавай. Не понял, что это было сейчас. Короче, тебе тут привет передавали. Ой, а что ты мне не сказал, что тут засада, ёпта? Я ждал, не надо, что идёшь. Ну, теперь ты знаешь, что там засада, и туда больше не пойдешь. Спасибо, ты что, вовремя? Не благодари. Я не благодарю. Неблагодарное получается. Что, у кого сколько крипов? У меня ноль. О, первый крип. Задрот. Два крипа. А у тебя сколько? Ну-ка, ну-ка. Не знаю, я не задрот, чтобы писать команду в чат. А я так посчитал. У тебя нет времени, ты файл. Удар, удар! Блядь! И все. Ничего тебе-то страшно, ты здесь. Ну да, 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 два крипа. Огненные шарики кидаешь, и все. Весь геймплей. Это что, добито, кстати, выводится забавно. Поджигай. Поджигай. На КД. Блин, ну ладно. Да не ты поджигай. Не надо меня поджигать. Я пожить хочу. Удар, удар! Еще! Не двигайся, не двигайся, не двигайся, стой на месте. Беги, беги быстрее. Не, ну приста мы не убьем. Отлично. Блять, проклятый меч. Ох, сука. И что это было? Что это, бля? Да, паладин, это первый скилл паладина. А, лол. А, там уже опять уже стол подкатился, ну, блядь. На какую-то кнопку запиндила? Почему он у меня не хочет прыгать? Чё у вас за это, за Magic 5? Firecrow. Все поджигают, там что-то делают. Нина, бери пример с меня, я все нажимаю на мышке. Нет, я тоже все нажимала на мышке, а потом решила выебнуться. Но не получилось. Да, отстаньте меня. Айлина наносит ответный удар. Да, а чё, а чё? Я жопа при мне. Нет. Я беспокоюсь. Так, ну. Ну, это конечно. Ну да, вот теперь точно. Ну тут что-то ты пришел так. Какие-то акции, чё у вас четверо здесь? Ну, потому что пятый внизу. За калькулятели, блядь. Тупо ганг отряд вышел. А, и вот это нет. Ну сейчас не знаю, на големе кого-то собрался там гангнуть, я не знаю, блядь. Без урона, блядь, с одним. Да дай шестой получить. Зачем ты прилетела? Я хочу тоже шестой. Я вид, я тоже тогда вид. Не-не, ну я тоже тогда вид, да. Я вид, не, ну я тоже тогда вид, да. Не, это гига жестко. Это крипы там за себя и за Сашку умирают, там вся пачка внизу. Просто так. На постомлайне. Ну я. Телепат шахматист. Вайхек сюда скорей! Бей! Сейчас похилю. Нормально. Блядь, ну как он не попал? Ебаный в рот. Ну, пилить, отлично. Найс, запил.
Вообще забавно, Настя, не играли месяц, а собрались сразу 10 человек, блядь. Да. Ну это из-за этого и собрались сразу 10 человек. Ну... Соскучились по ульте Элира в Титан, да? Ну, так а чё? Такой заходишь, а тебя чё ебало скрючили? Версия 3.3, блядь, после обеда будет, да? А там чисто этот щит огня. Нормальный артефакт, не знаю, что тебе не нравится. Да нет, там просто игра была, забей. Если бы голему, если бы я играл на големе, мы бы там намного дрались. Я стоял, я нихуя не могу сделать. На этом, как мы там играл. На Салазаре, там надо было мне стоять против друида, блядь. Или там, ну, короче, мы там никого не убивали, естественно, мы там бибу сосали. Ой, блядь, все ладно. Классическая история, когда не хватает одной единицы опыта до ульты. Вперед. Да, а пошли да, шестой получать. Я же тебе помогаю. Я пошел отсюда. Не страшно. Я иду к вам умирать. Семья это главное. Не успела. Ох, пизду, чисто войны света. Паладин против Фейлира. Ну, блядь, только... Только перешел на твою сторону просто. Блядь, ну, пизду, не, тут-то я не мог. Блядь, Аллы не купил я АФК. А, мне там дали какой-то контроль, блядь. Офигенно. Чего вам от меня надо? Отстаньте от меня. Блин, че за хэш-шоу? Лео, ребят, дай мне алло, я был все. Крепочков побейся, а тут ганг раз. Ой, блядь. Пивы. Успел? Да ё. А, нам не второй сел. Кто там уйдет? Чё, будем? А? А я там, ебать, приста заставила! Ну не, пизда всё равно, ладно. А не, может, нет. Ну, блин, бесконечная страна, ничего не могу сделать. Ну ладно, блядь. А я от крипов всю мир вообще на скиле. Работать денег и купить себе жир. В принципе, как и в жизни. Что ты не здесь SSD купил или что-то там? Не. Да я же почти не сижу за компом. Бедно, Аня. Тупо всем силам. Ну так... Хорош. Вот так делать, ну смотрите, ты нас... Слишком тонкий. Ой, блядь. Ох, Тялан, спасибо, братишка. Тетер добежал, да. Хил!
Паладин, ульт на мид. Ну, блядь, нахуй, лучше я не хочу это вспоминать, блядь. Когда там, нам же, помнишь, можно было свапаться раньше, это, в середине игры. Свапаешься за паладина, тогда некр не может дать телеульту, понимаешь? Начинается. Не, у меня свап электрика больше всего вызывает. А, это как это, да-да-да, и Нитка говорит, не, ну нельзя же быть настолько хуёв, что за электрика не дать ульту. Сосём, я свапаю электрика, сразу выигрываем файт. Контролёр чисто. Скажи, хоть я типа нерфил, так что играй, пока не понерфили, блядь. Все завтра будете опять играть, тогда идёт седьмую, я подсвечу. Нихуя себе. Не, а, у тебя а, ну стрик. Понятно. Жёстко. Ну, понятно. 1000 золота сюда, балдёж. Это ошибка, надо было идти к челикам, да. Или что там, за фидонь, фид, блядь. А, ладно. Я понял. Забавно, приста толкает по трэп-скиллам. Правда, это нихуя не дает, блядь, но да. Чего не дает? Я не могу ничего делать. Контроль. Нет, но имею в виду, что столб-то не прекращается, блядь. Ну, кстати, возможно, надо... Ну, ладно, смотри там. Убей, блядь. Дай! О, хил решил, блядь. Ну что эти мид пушить или что? Что мы ставим? Что эти пуш мид? Блять, ну пизда. Раздохли. А, у нас. Понятно. У нас сирена там не дралась. Как мы вообще там собрались потом? Лена не дрался, потому что он в ТП, фу, блин, в таверне. Да, ничего. Да, понятно, мне сейчас никто ничего не говорит, да просто. Рыбак жесткий. Постоянно попадаюсь. Кстати, забавно, лол, второй скилл с водоворотом, блядь. Не, нихуя. И умер от ульты. Yes,
Обманщик. А что там происходит? Там... Что происходит? Здорово! Здорово! Здоровенькие булы. Да блин! А Валик? А у меня маны ни хуя нет. Пойду просто вибал. Она... Кстати, забавно, чем она мне урон нанесла, блядь. У меня с автоатаки что-то, да. Блядь, какой урон и сапоги, кстати, там? У меня. Нужны отдам. Вообще, блин, да мне, ну да, я хотел себе взять, да. Что у меня нихуя мана нет. Что там делать? Не знаю. Убейте я не крипика какого-нибудь. Ух, еба, ух, сука. Ой, ну это зря, ладно, бессмысленно. Да. Не, ну ладно, там 1-5, мы ж не пойдем туда. 2-5. Смысла нет. Все время мана нет. Мы пойдем. Индия, они бегут! Какой пизда со сферой огня. Ой, хорош. Ну да, уже его заберем, да. Нормально урона. Давай, давай, давай! Сейчас, 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 я его прокнул, это еще второй скилл. Там не урона нормально, там хилов нормально. А, ну, я тебе любого тупого выкидываю кнопку. Че там, кстати, мид сломали вообще. Все, мы нихуя не сломали. Куда пушить идти? Сейчас стою, сверчки играют, башни падают, там драка где-то происходит. Да, это я помню, как Челик говорил. Ребят, что-то скучно играть, давайте рейды в Simple добавим, блядь. Я говорю, может, ты перестанешь крипа убить и пойдешь драться, блядь? Не, нихуя, блядь. Игрока звали Франк, да? Франк не разговаривал, он пушил бот. Не, Франк! Не, не разговаривал, помнишь, как он рассказывал, как он спидуху от шлюхи какой-то подцепил, блядь, в чате? Нет. Не понимаешь? А, да-да-да, начал вспоминать, да. Он рассказывал. Или что-то такое. Ну, беги, блядь. Еще говорил, что он инвалид, сломал себе правую руку. Ну, а карналити же вообще там, где в этом, блядь. Карналити, для которой не попал тайном волну и вышел из игры? Да, да, да. Ололо, полуёбок. Да, вот это все. Так он же, он вроде там, он же когда кидал, типа, скриншоты, где, ну, где он психушку ходит. Да? Да. Да. Все, пошлите мид пушить, смысл мы дрочим, просто нихуя ни за что не деремся, бля. Ну. А ты иди. Драка за идею. Да вы, блядь. Я просто, блядь, бегаю вокруг. Дайте мне кнопку нажать, заебали. Ничего не делаю, драки. Просто. Просто живу и наношу пассивный урон. Нахуй, 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 нахуй! Ну пизда. Мега лак. Все, пошлите, пуш мид. Пуш мид, пошлите, что я хил обхилю еще нам. Сука, можно, бля. Какой пуш мид, мы все лестимся, пока вот этот дойдете. О, нихуя себе, да кто с книгой там? Это я. Ну ты, кстати, зря мяч не купил, все равно все-таки так спит, блядь. У меня не было даже на момент. А, ну. Вы зря там теряетесь. Да пока не зря, вот сейчас уже зря. Все, убегаем, пизду, убегай, Сириус, убегай. Ай, телепат, блядь. Если бы меня нет, они не заультовали. А, ну все, все, мы съебуйтесь, не, блядь, дебина. Теперь точно я съебываюсь. Блять, ну Настя, ты прям мне наебал его притянул, блять, здравствуй. Сорян.
Нахуй, нахуй, нахуй! Да идите нахуй. Пизда, нахуй. Что, погнали, мит ломается. Ну так вот именно, блядь. Рунки возьми теперь. Я взял уже. Я на тебя. Не, я понимаю, что ноги две, но... Да нет, это ошибка. Хотя, блядь, ну если похилят. Ну деритесь, деритесь, деритесь. Глав, пристав, бейте, пристав, фокус. Ну, блядь, пизда вам. Ладно, пристав сбрали, на инди разменялись. Успеете сломать? Жить? Ну, что вы хотите? Съесть. Да, согласен, Валим, валим отсюда. Если не убьете, а он... Да. Хотя... Ну, уходите, ну чё вы? Ты ничего не понимаешь, чел. Думаешь, мы... Ну, такая битва. Вот это интересная игра. Обожаю этого героя. Насрал вообще всем. Мне кажется, шлюха как спидозная, которая заразила Франка, тоже так смеялась. Ой, все, бля. Да, что, минутка черного юмора. Ну все, давайте, я умираю, короче, по фасту, и все, бля. А, никто не пошел бить? Аня, а что ты делаешь? Я пытаюсь убить. У тебя своя игра тут, ты дохнешь под фонтаном, ты не пытаешься убить. У, вот за хилы. Спасибо, паладин. Ой, ну что мы пушить пошли, нахуй. По-моему, нас забайтили на хуйню. Ну так... Сейчас надо драться, говорю, я пошел пушить, побил башню, блядь, два и все, блядь. Ну, еще что-то... Ну... Кто там был, блядь? Сириус? Блядь. Я был. Сириус любит выкидывать. Сейчас еще пойдет сдохнет. А, не, пойдет. А, нахуй. Ну, блядь. Хуй знает, сборка, я что-то, блядь, не уверен, да. Я нихуя не уверен. Давайте просто спушим, отойдем. Я понимаю, звучит как не уверен. Блядь, телепат. Неисполнимая задача, но все-таки. Же Инди сдох или Инди не реснулся? Я еще интересный. Но я умер, блядь. Ай, ну гг, блядь. Ну что вы вообще хуйню делаете? Ну так ашма, все уже. Да ну без аватара нет смысла играть уже, на самом деле. Да, тут с аватаром свет стоит просто. Не, ну так в смысле, ну нет, с аватаром-то есть. Потому что, типа, ты хотя бы можешь подбить под престол. А, тут... Ладно. Сорян бы каждый сам для себя. Ну догоняйте его! И тут он неожиданно разворачивается и начинается драка. Ну вот так! Пилы. Жить. Ну все, давайте убиваем-то сразу. Что, убежали? Алло! Я пошла домой. Ну так а ты... Сейчас, 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 копейщик. Ты не из нашего домика. Работник месяца. Пошел в соло добивать барак. Давай. Изи добил. Ну похуй, ладно. Вперед. Прош. Гениальный вопрос. Почему у меня топор, блядь, не перезаряжался? В смысле? Почему у тебя все время какие-то гениальные вопросы? Потому что он скромный. Кинь скромный огонек. Ладно. Не кидай огонек. Нет маны. Там уже дали огня. Блять, ну лагает, конечно, опять бешено, все равно. Да ну я не знаю, что у тебя. Я реально, я не в курсе. Ну ты типа браузер закрыл, у тебя все равно лагает? У меня браузер, сейчас одна вкладка чисто открыта, или на коннекторе все. Ну так а нахуя тебе вообще он? Ну закрой. Если я на коннекторе закрою, то я вылечу сразу. В смысле, подожди, нет, тебе не нужен сайт. Он же работает через консольку. То будет нормально работать, да? Конечно, здесь должно быть проблем же через вот это, что ты запускаешь консольную парашу. Тебе же вообще нахуй не нужен этот. Закрыл. Да это чё мне? Ну все нормально. Ну и все равно я лагаю, но, блядь, как бы нихуя не изменилось, да, меня не выкинуло на удивление.
Ну, лагаю. Не, так тебе не нужен снайп. Я лагаю, слушай, я еще сильнее лагаю. Не, ну это уже какой-то метод. Я закрыл вкладку и еще сильнее лагаю. Ну так вот именно. Да я не знаю, но это реально, но это невозможно. Говорю, у меня на встройке Warcraft работают, это очевидно не... ну... Блять, там антихил, ебаный в рот. Вы меня толпой бьете, я этот... Я вообще не пойму, блядь, что произошло. Света меня да приста, давайте, зафокусьте уже, блядь. Ну и все, ноль урона. А что ноль урона? Я тебе не помогу, я пошла. Да убивайте его, ёбаный в че... Ну вот смотри, как ты выходишь выиграть здесь? Как, я не понимаю, как так бьет 4 героя бьет? Одна вчетверо. Это сам себе режиссер. Надо пушить. А, ну да. Камера бегает, там он снимает. Да, ну что так и никак матч не могли приста сейчас убить. Что это? 4 героя било, блять, и никто и урон не наносит. Купите а этот. Надо этот купить, ну. Ходи, да? Ходи. С учетом того, что он, блядь, антимагический. Все, убегайте в пизду. А Настя типа похилил, кстати, бро. А, ну нормально. Все забавно, что он снял. Все, надо уходить, мне маны нет, я съебал, короче. У него маны нет, наступаем. Ну, блядь, действительно. Короче, ну убегай! Можно выиграть, только убив ману всю. Ну, так я не знаю, у нас не ребят, что у нас скипетра не купил до сих пор никто. А денег где? Ну так, блядь, не знаю, тут просто... Скипетр стоит 5 теорик. Нужно, чтобы что-то им делать, еще 5 теорик сверху на топорик и на титан хотя бы 3,5. Блядь, на если телепортировался. Ну блин, 30-я минута, пора бы. Раз, у меня заходит тритон, а откуда, а когда? Пизда. Блять, не, ну как не, ну тут что, ну что у нас? Попить. Ну забей, попить, типа. У нас урона нет. Уже все. Приз 2700 хп, а шо вы тут собрали? Ну, как бы тут уже что покажет кожаный гугейм, да. Типа и у нас как бы единственный этот, считай, лагает, блядь. А нас не смущает, что звать еще целы. Чего вы, блядь, пошли пушить? Да, все спушим через бэкдор. Ну где, блядь? Ну что, вы и представить, что просто один... Во, ну вот со скипетром хоть убиваете теперь, а без скипетра это вообще ультра-гига-помойка. Вот! Если бы я так не лагал, мы бы его убивали без скипетра, поверь. Ну, я не знаю, чувак, я это... Я тебя прыгну, тебе надо, видимо, ну... Я не знаю то, что мне надо, может винду перебить, я не знаю. Я не знаю, бля, как я сдох? Чё, как я так сдох, блядь? Ты пиздец, горел. Твоя я только что. Ты что? Типа там не может, ну ладно, будет сколько от макс хп. Лагов не было. Реально, блядь, на семерке я мог хоть 200 браузеров, блядь. Ну не знаю, нет, дело не знаю, что там за десятку ты ставил, типа десятка все, ну, это... Дело не в браузерах. Не, у тебя какая-то, не знаю, у тебя какая-то хрень, скорее всего, потому что это AMD драйвера. Это, блядь, AMD видеокарта, это вечная проблема. Видео видеокарта сейчас 1060 стоит. А, вот ты говорил, у тебя была... Я уже поменял, А, уже поменял, блядь. Ну не за нет, да, значит, или значит, типа процессор. Ну, иди такие варианты. Процессор, да, 8.16. Ну, блядь, не знаю. Нет, а винду тебя просто переставить, больше вариантов нет. Типа, ну, не знаю, это не... Боже, страшно вырубай, чё вы... Что происходит вообще? Не знаю, там Индия суицидится в один. Блядь, ну гг! Блядь, у меня застанился. Дядя, ко мне подойди, хил там. Да я на... Блядь, а, на этом всё равно хил был. Ну, просто там сейчас все умерли опять. Ну, а нахуй я не умер? Ломаем трон? Ну, я не знаю. Там два человека. А... Ну, Сириус реально, видишь, лагает, не может и ранее, так понимаем. Зайди, мне кажется, лучше бы ты вместо меча света купил, блядь, минус броню, блядь, это реально, ну. Типа...
У тебя же аватар есть, ты дашь ее, и аватар, и там сразу много урона будет. Это, ну, без вариантов абсолютно. Блять, у меня даже мышка лагает. Сам курсор, блять, этот ебаный. Пиздец. Блять, ну... Ой, меня подпёрнул чипом, блять. Ой, как больно. 2000 отъехал. Вот, ну вот это уже похоже на правду. Всё. Без скипетру смысла нет играть, блядь. Давай, 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 цепляйте! А, нечем их цеплять, блядь. Да, он уйдет уже все. Уже да. Внизу крипы есть? Пошлите, крипы внизу есть. Пошлите, кто там живой остался? Сейчас, чтобы мид не упал. Я уже пошел. Не, ну ты ладно, в смысле, ну вот, мы тут же, мы ж убили, надо... Там 7 секунд, блядь. Ну ты делай ТП на низ сразу, блядь. Давайте хоть башню спушим. Ну все, отходим, 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 все, отходим, пизду. Смысла. Инди на базе еще нет никакого смысла нравится. Инди, купи, это реально лучше вместо меча света. Ну мне кажется, это вот мега буст. Да, да, я уже насобрал. А, ну все. Пошлите сюда. Всякий. Все, раз идем. Ну так кастани хотя бы. Что ты? Бим-бим-бам-бам. Най. Не помогло, блядь. Ну пизда, все. Я минус бра... Я нулевой. Я ману тебе выжег, отлично. Ну-ну. А, меня хилок нет. Все, убегай! Убегай, убегай, убегай! Там не забойся, не бойся. Уже не убегу. Но я не тебе, я из ПЗХ. Да куда он бежит на... Ой, блядь, ну у него... Понятно, что ты там сдох. Да. Ладно, этот, это у меня хуйня. Блядь. Да, нормальная тема. Сара, привет. Инди, мне жать? Кого? Ну а, кого, я, руну, а, блядь. Я отвлекся. Не жми. Мы еще не спушили. Что-то я потерялся. А чё так срочно стало? Потому что... Всё, да иди пуш! Идите, кто там? Пошлите центр или что там? Блин, центр, крипы живые? Всё, идите, центр, идём пуш. Самое тупое, я вижу, как поставил водоворот. И всё. И дальше я нихуя не видел. Ну, этого достаточно. Нажал, блядь, и... Ну, забей, я тебе говорю, не знаю, переставь реально винду. Если тем более ты менял, блин, и процик, и видюху, то хули ты винду не переставил? И процик я не менял, процик я не менял. А. Ну, не знаю, менял, мне кажется, что тебе стоит... Так как органайзером ударил полностью все дрова и почистился, говно. Инди, так что? Может, мне так не стоит тогда? Ну, отходи немного. Уже не отойду. Так, еще одно раскушал. Блять, а мне хила нету. А я на скиле. Нормально. На скиле? Да. Давай присосалишь этого! Ой, боже. Ну пизда, блин. Хил? Ааа, танк же теперь надо, блять. А все, призывай, ну это Инди всех убил, забей, без Инди мог поехнуться сами. Я на развороте подрался классно. Ну все, сейчас пушим или что? А, ну блядь, не, трон не, смысла нет пока. Нет. Да, блядь, это надо, да. В новой версии еще башня понерфил хп, вот именно башню трона, блядь. Потому что это хуйня, там никак нет смысла вообще. Ну пошлите, да, 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 гоу, ну колоколак. Погнали. Телепат, ну бей, блядь. У тебя слот есть? У кого слот есть? Ну, блядь.
Ну забрали, нормально. А че это такое? Это... Блять, ахуихи! Ай, блять, ну ладно. Ну срать, все, уходим. Зашел, убил, вышел из драки, нормально. Работаем. Жа, кто бежал, у кого ока? У меня. Ага. Сальд монахова забрал. Найс, блять. Найс ока. Найс ока отдали, пацанам. Нормально, голду забрали с вас. Действительно. У них книги и нету там? Вообще. Не знаю. Блять! Там маны нет. Блять, я ману не похилил, выбрал. Сейчас сдохнем там, да сука. У меня маны нет, если что. Надо за престом, бля, бежать, на. Ой, хорош, хорош, давай. Неси, неси, неси. Хил будет еще нормально. Нет, у меня маны нет. Понятно. Хорош. Блин, надо как-то... Давай, не-не, ну забирайте его, нахуй, все. Вся команда забирает. О, у меня бежит. Слот есть, слот оставляйте мне, у меня есть слот. Капец. Есть. Надо, ну даже это, не могу, да. Ну пошлите сразу вниз, или что пуху, у меня слотов, про меня маны нет, ну ладно. Крипы идут, там идут крипы. Я ж еще убил, вот сейчас кончалось. О, этот я сразу включил. Убил заранее. Сколько там осталось? Блин, там базу там ломают, ребят. Нажми руну. А я нажимал уже. Он как кончился, я нажимал за 17 секунд до конца. Да похуй. Что, ломаем, ты уверен? Ну там один уже нажал, крипы. Там же просто, там мы сейчас еще сверху нам пушим. Все, она это сломали или что? Ломаем, ломаем в сторону. Ну все, уходим, пацаны. Блять, ну инди, какой-то там, да? Пизда. Ну, тычка. Замедление. Нихуя, инди, живи! У меня еще аватар был, все нормально. Ааа, ну это был байт. Понимаете, как шалашовку забайт, блядь. Вот ар был, блядь. А ты успел бы раньше пил нажать? Ну да. Они шутят долго. Ну а себе там забикаешь, то, что там такое, блядь. Блин, а он такой пошел. Бедный страж преисподней, блядь. Ну ладно, на версии мага. Ну там все еще не доделаешь до конца. Так, даже, ну вниз мы снесли один бара. Что? У меня просто так на миникарте пока что сверху барака нет второго. А. Типа, бля, не умирайте, кто там? А, это ты на миникарте. Сука. Кстати, бля, это ладно. Еще есть ДПС. Ну пизда, блядь, забей жестко. Ну смотрите, как если слот надо будет, я могу продать и возьму, куплю колокола, а ты купишь. Mm. Вот, если она будет слот. Ну давай, кстати, давай. Пони выйдут. Ну понятно, да. Ой, блядь. Хил будет? Да, был, блядь, уже. Где уже не будет. Ну, да ты чё, издеваешься? Боже. Да дайте что-нибудь нажать, ёбаный в рот, как вы заебали меня. Нахуй! Не подпирай меня нахуй, Зон, я убегаю, короче. Я вижу, что жив, блядь. У меня маны нет, я убегаю. Да все, уходите оттуда. Да зачем? Они сейчас разбираются, убьют всю команду. Что делаете? Понятно. Да ё-моё, зачем пошли? А Виндиго убили или не? Не убили, иди. Понятно. Забери Инди, иди за Винди. Забери Инди. Ну я ж не убью его, блядь. Кнопки не нажимай. А, я забей, ладно. Не проливай, я покину. Так пойди покури. Ха-ха-ха!
Бля, а на кого вы низ пошлите? Ну пошлите тогда низ, да, в общем, туда. Или go вот. Или что? Давай, надо же обязательно мин... Нет, давай. Чё, быстрее, ну. А чё тут там? Я беру. Помойка, помойка. Пошлите понизу и там потом уже... Да-да-да. Из ПЗХ снайс телепорт очко. Блядь, ГГ. Блять, я вообще не пойму, что происходит, сука. Да, там пизда. Все, убегайте, похуй, нахуй, не деритесь. Без инди на сот дэмэджа нет, я убегаю. Там Тараса ловят. Ну, пусть ловят, а шо. У него ничего нету. Ока, у меня это, а, ладно, похуй. Поймает, ладно. Да не, оставай нахуй, ты пошел туда, ебаный в рот. Да, ну такая нету, некому. Надо купить мне, наверное, эту шокелару надо купить, ну, нахуй. Ну, шокелар говна купил. Да, щит, щит света, это вообще помойка. Это же гига помойка. Колокола купишь? Блять, я купил этот щит. Ты смотри, сейчас скрипы заспаунятся. А, ну. Смотри, Инди, у тебя эта хуйня. Надо выбить полет из них. Вверх пушат, ребят. Инди, смотри, у тебя руна, если что. Ты забирал. Блядь, и сейчас... Этот умер, блядь. Нормально. Но не снизу. Сейчас... Вот, все, заебись, видишь, нахуй. Ну что, ну надо... Ох, блядь, ну, сука. Не знаю, мне кажется, надо ждать. А потом идти, блядь. Надо его поймать и все. Пока инфа есть, блядь. Ну? Ну? Ну тяни! Ай, там станки, блядь, я нихуя. Отлично, все, отлично. Да, ё-моё. Засада. Нет, пизда. Извините. А, давай, Инди эпик, Инди эпик, оставляйте. Ладно, давай. Все, ну ладно. Ну пошлите по низу или что смысла, блядь? Давайте вот так, Инди, пока время есть. А вообще-то мы еще не проиграли. Не, ну смотрите. Ну иди, да, иди, иди. Идем, идем, пуш. Там 20 секунд, блядь, мы не успеем, нихуя. Бейте сразу просто вдвоем и все. Как крипы, блядь. Да не крипов, да ебаный в рот, нахуй. Все, убегайте сразу, убиваем сразу, убегайте. Все, убегайте, 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 убегайте. Все, бежим отсюда. К Инди идем. Аккуратно, вот так, типа, чтоб, ну. Вот так, через эту хуйню, не иди туда. Блять, ну пизда. Инди сверху идет. Да нормально, нормально, я... Все, убегай, убегай, убегай. Ну, или... Да мы не убьем, блять, беги. Там урона нет вообще, нахуй. Все, у меня мана нет, Инди. Я, мы двух престолов задержали на центре, но мана хуй. Шо это, ну. Блять. У меня хил, если что, есть. А, не, я сильно. Вот все, ну съебай, куда вы побежали? Убегайте! Инди ждем, нехуй. А, ты уже прибежал, блядь. Ну у меня мана, блядь, на один этот. Откастуйся, ты, мать твою. У меня мана нет. А зажгли ему или нет? Ай, блядь, у меня он спал резистный, блядь. У меня не, нету, блядь. 90 маны, ну блин.
А, чё, страж происходит? Да, ну на убить я пиво, блядь. У меня маны нет, нихуя. Я 7000 хп бегу, а у меня маны нет, блядь. Что у меня руны спаги? А, руны спаги так никто и нет. Да, блядь! Ебать, булка! Иди, иди, убей, иди, убей, да, иди, убей сам. Да, я, мне руны сапоги надо купить, мне заебало эта дрочка. Так я специально для тебя продавал. Да, да, ну я забыл. Блин. Ну мне надо именно бегать у нее, в смысле. Да, нет. А, ты продал, ты видишь, как ты медленно бьешь без него, без них? Без кого? Это ме... ну без этих, блин. Бля, там вверх ТП сделали, один крип, а? Данину наказать. Бля, инди-жмина сейчас сломают! Да-да-да. Я это вижу. А, крипов убили поверху. Сука. А, не-не, отлично, идет. Все, с этой пачкой идем. Мне надо вперед только идти. Я, кстати, пацанам фору даю без блинка играю, бля. Ладно, тут... Погнали. Ладно, я вперед пошел. Так и что там, типа, не идти или что? Что-то? Ну, оставлять нельзя. А, не, все, к вам иду. Очень плохо пахнет стоит. Да? Сука, я встань, буду стоять, я заебался. Блять, я просто вижу скриншот, это какой-то пиздец. Ну не, ну я тебе серьезно говорю, дядь, ну надо винду переснавливать. Ну, ничего не может быть, если ты, блядь, поменял нахер... И это и то, ну тут уже, ну... А, вообще никого не забрали, да? Ну, да тут уже... Ну, стресс преисподней просто сейчас, на самом деле, очень слабый перс. Ну, как просто в лейте. У него, типа, блядь, пассивка там, ему надо делать зарядку. Типа, ну вот, когда, допустим, как у этого, как его зовут? У инквизитора. Как вот, как у инквизитора, что типа есть процент хп теряешь, что у тебя крит опять прок. Это ульта там слишком мусорная, на самом деле. Она типа дает вроде атаку, но на самом деле там надо атак спит, а не атака, и поэтому там. То есть когда-то, может, нубиков-то убивал, когда-то просто метеорит крита убивал, но это уже. Скажем. Ну все, пушьте все это, понимаете. Все, мега крипу, блин. Ну пизда, все равно 49 минут, блядь, пизду. Ну да, это пиздец. Ну, кстати, я сделал знамя в новой версии с 30 минуты, так что оно и дешевле. И да, ну потому что, ну и там, и реально, тут 49 минут, мы вроде тут бегали, 49 минут, блядь. И то это просто у нас еще пушащий пик, блядь, с этим. Блядь, ты рофли. А что, в смысле, уже конец игры, кары? А, ну да. Уже не рофли, как бы. Не, ну да. Не, ну пацаны, конечно, могут сейчас включить режим и сказать, бля, до конца гейминг и дефать мобов, пока мы ресаемся. Не-не, нереально. Я тут слишком мобы ёбнули. Не, мне кажется, реально. Не, как ну на 6 слотах, да, но если герои приходят, нихуя нереально. На 6 слотах, с этим, с Гамильтоном, Тара, которого все пачки. А, там вообще было весело. А, боже, а они ж перехватываются. А, кстати, по идее, не должно работать, потому что у тебя улучшение не будет. Если перехвачено, он будет слабее. Там же через улучшение сделано, кстати. Ладно, всем спасибо за игры. Ну что, все? Кто будет? Еще будем играть? Кто-то будет? У вас много там, наверняка. Стоит. Не, ну я не, ну может там все ушли, я ж не ебу. Че, да. Ты погнал? Ну что-то я задрот. Ну что-то да, что-то да. Ты не знаю, может еще одну? А, не, бля, не, мне еще надо... Не, все. Ну, короче, смотри, если Индия время на выходных будет, позвони тогда там, типа, я это, ну, как обычно. Ну да, надо бы. Давай.